Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Ну что, зайдем на тренировку и заберем нашу команду. И опять же ее отправляем туда же на прокачку. Так, ежедневное испытание. Что у нас тут? Король. А король-то у меня прокачан или нет? Кстати, вот надо посмотреть. Так, где у меня король-то? Вот, вот он, да? Король у нас по максималке, так что на это событие даже можно не идти. Так, а здесь у нас, вот, 18 карточек на бога ветра. Плюс. Опа-на. Друидушка, 21 карточка. Слушай, это круто, кстати. Друидка. Так, тут 15 карточек тритона, но это если мы с тобой пройдем, а мы обязательно пройдем, потому что 23 уровень против нас выпендривается, понимаешь, да? Новый противник. Завершили с тобой задание. Так, я готов. По полной программе. Ну что, вызываем нашего фехтовальщика, и он сейчас просто здесь все сделает как надо. Одного за другим будет шинковать. На тебе. Хлоп, и все. Вот такой вот он дамагер. Квест забрали. Так, ну что, мы... Ага, это у нас последний. Мы переходим в следующий портал. Твою налево, блин. Этот Ронин. Кульвонин. Вот что мне с ним делать? Эту команду взять, что ли? Блин. Ну давай. Ронин побежит сейчас или нет? Нет, он вышел в спокойной обстановке, ребят. Без кипиша. Ниндзя ушатает. Так, а сейчас пойдут кто? Тигры, конечно же. Сейчас будет тигр тут. Даже нет, ребят, не тигр. Я немножко даже удивлен. Иди отсюда. А вот это уже тигр. Давай-ка попробуем молниями. Карточка на руне, надо же, выпала. Так. Ниндзя, давай. Есть. Замечательно. Ну что ты, ну ниндзя, ну... Так. Слушай, пройдем мы этот этапчик. Причем практически на изи. Шикарно. Даже пикнуть не успели. Ну что, мы двигаемся дальше и смотрим, что у нас тут. Ох, ёк-макарёк. Тут Вуджен. Тут Вуджен, Ронин. Дракоша. Я, наверное, ребят, рисковать не буду. Сразу возьму этот отряд. Да-да, топовый отряд. С нашим прыгуном, который будет перепрыгивать, соответственно, бомбить противников. Ну что, выпускаем Ронина или как? А кто бы сомневался-то? А сейчас Вуджен пойдет следом. Вот он. А мы вот так сделаем. Шикарно, да, получилось? Так, всадник на журавле. В принципе, он нам не помеха. А Ронин не спешит, как всегда, да? Еле-еле идет. Да, хыть-хыть. Вот тебе и хыть-хыть. Все. Ну что, последний этап у нас тут остается. Блин, тут еще и бог ветра. Совсем дело дрянь. Он же сейчас Ронина выпустит. Ё-моё, он же сейчас выпустит Ронина. Нам повезло.
Нам повезло, что Рунин вышел просто на расслабоне. Без выпендрежа. Поэтому я сейчас попробую ведьму призвать как можно быстрее. Этот за хвост ее тянет там. Так, ведьма, давай, выходи. Сейчас все будет четенько. Блин, ну у Джена-то тут только не хватало мне. А все, бог ветра уже вышел, да? Ну-ка, влупляем. Вот и все. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Хэть-хэть. Сейчас тебе будет хэть-хэть. Ну и все. Тут он уже ничего не сделает. До свидания. Всего хорошего. Ну что, забираем, значит, наш сундук Нефритовой империи. Такой себе. И вот Банши, богиня солнца и служитель тьмы. Друзья мои, 192-й портал. Квест завершен, искатель. Значит так, у нас территория роботов, территория захватчиков, нежить идет. Опять роботы, Нефритовая долина. То есть повторение идет на территории роботов, да? Две их будет. Ну, роботы, как по мне, это не самая сильная раса. Так что поехали. Так, Джиггернаута успей позвать. По идее, должен. Вот это бесява просто, ребят. Вот это вот бесит меня. И еще... А, нет. Я думал, сейчас уничтожит он мне. Нет, не пробил. К счастью. Клетка. Ну и все. Тут уже ничего сделать не смогут. Два джиггернаута плюс фехтовальщик. Ясен перец, тут победа. Квесты. Так, закончили. Ну что у нас тут? Молотильщик прибавляется. Угу. А если я вот так сделаю? Молотильщика будем, наверное, брать на ползуна. Проверим. Ой, хорошо, как он бомбит его. Прям замечательно. Дальше выпускаем голема. Блин, сейчас будет отпрыгивать. Вот это, конечно, бесява в нем. Так, еще один голем. Ползун. Ать. Молодец. Ниндзя моя выжила. Вот что-то он выпендривается. Все. Тут победили. Ну что же, переходим на третий этап. На третьем этапе бомбер. Ничего страшного нету. Ну что, ну бомбер. Вуджин это, да, Вуджин это красота. Что-то никого нету. Тишина какая-то странная. Ать. Вот это был косяк. Давай-ка ниндзю и молнии. Ползун бежит. А ползун у нас не прокачан еще по максималке, я смотрю, да? Вот это мне нравится. Ты бич. Вообще круто. Удар вот этот классный.
Два Вуджена. Ой, Вуджена. Два Сунюкуна. Просто бомбят любого. Хилбот. Ну, я думаю, что хилбот здесь не особо, да? Успевать что-то будет делать. Сейчас проверим. Ну что, я вызову, наверное, голема. Так, здесь вот придется тогда так делать. Сунь-укун, пускай идет. Блин, он будет успевать захиливать. Так, нам нужна молния, срочно, ребята. На. По красоте. Слушай, ну он отнимает вообще здоровски. Ты видел, сколько он здоровья отнимает? О, у этого. У щитоносца. Больше половины хп. Смотри. Ой-ой-ой-ой. Вот это было плохо. Мощная атака, ничего не поспоришь. Так что Сунь-укун однозначно достойный боец. Так, ну здесь у нас ядерный робот. Я думаю, что попробуем, наверное, нашей командой пройти вот этой. Единственное, что придется, наверное, вызывать нам богиню солнца, чтобы она хоть как-то нам поспособствовала. Без нее будет тяжковато. Опа, опа, опа. Старая команда Гуфи вышла. Само собой, молотильщик. Ой, этот щитобот и хилбот. А мы вот так вот сделаем. Круто же? Конечно, круто. Расплавился чувачок. Ах, этот гаденыш ушел, успел убежать. Ну давай, 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 давай. На. Ну, где там? Кто у них тут босс, я уже забыл. А, ой-ой-ой-ой-ой, он вышел. Нифига себе, ты видел? Сунь-укун просто половину хп у него с удара вынес. Да, это, конечно, мощный боец. Потому что, насколько я помню, этого ядерного робота очень долго нужно колупать, чтобы у него столько здоровья отнять. С удара плечо. Офигеть, это еще обезьяна у меня не полностью прокачанная. 4 звезды только имеет. Так, ну что, сундук робота. Мы забираем. Это все у нас есть. Ну, трансформатор только, да, не прокачан. Так, у него здесь ползун и бородавочник. Блин, слушай, ползун — это плохо. Угу. Так, теперь молотильщика позовем. Специально, что ты так делаешь, а? Понятно, вышло. Кикимора болотная. Как он бомбит, а? Ты посмотри. Накумарили. Всадника на журавле позовем. Можно ускоряться, наверное, да? Да, вполне. Вполне был сносный поединок. Второй этап. На втором этапе нас встречает еще и жаба с пушкой. Да, в принципе, ничего страшного. Ну, будет замораживать, если что. Это если будет попадать активно. Я в этом сомневаюсь, потому что у нас молотильщик. Молотильщик будет, само собой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Вот это дело дрянь. Щит сбили. Блин, вышел, а? Вылез. Да ты посмотри, что творит, а? Что он там собирается? Я уже думал, что он собирается разбег делать, но нет. Комар, что ли, укусил в спину? Спина зачесалась, блин. Так, ураганчик. Давай, 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 всадник. Кумарь его. Теперь этого нужно. Ну что, можем ускоряться, наверное, я думаю, да? Потому что тут уже ничего не сделают они. Да, очередная победа. Ну что, третий этап. Угу. Так, здесь у нас, ну, в принципе, что, воблер прибавился просто-напросто, и все. Да, воблер, это, конечно, пакость, еще та. Тут не поспоришь. Что-то тишина, никого не вызывают. Опа, опа, вот это вот не надо делать. Блин, ну тебе-то вот только не хватало здесь. Воблер еще тут лезет. А, распетрушили. Так, я хочу просто призвать друидку. Все, сушим весла, друзья. Если вышла друидка, то все, надеюсь, будет хорошо. Тотемчики пошли. Так, друидка, ты что-то тотем-то не выставлю. Вот. Прекрасно, совсем другой разговор. Слушай, а друидка, когда у нас прокачивается, она как-то мощнее выглядит, да? Я вот не помню. У нее, по-моему, фиолетовая мантия вот это становится. Просто 3 секунды ускорения, решили все. Так, 2 энергии осталось всего лишь. Но это на этом отряде. Ёк-макарёк, тут еще и жаба с молотом. Давай-ка, наверное, вот этот отряд возьмем. Эй-эй-эй-эй-эй! Фиталочек, ты выживешь? А-а. Так, жаба с молотом вышла. Да как ты достал, а? Слушай, нам нужно срочно вызвать баллисту. И фехтовальщика. Оба. Так, я еще одного молотильщика вызываю. Ой, молотильщика. Джиггернаута. Давай, молотильщик, выходи. Что-то без тебя тут вообще дела не клеятся у нас. Ну и пошло, пошло, как говорится, дело. Подожди, он же должен быть в клетке. Да поздно, поздно. А, махать тут бивнями, когда от замка практически и хп-то не осталось. Ну, здесь я возьму, наверное, наш топовый отряд. Поехали. Угу, вышел. Мы тоже выпускаем нашу тяжелую силу. Так, Ронин, красавчик. Вырубил. А-а-а, воблер, блин. Через отражение. Вот это я понимаю. Бежит, 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 бежит. Тюф.
Все. Ну, что-то мы вообще тут быстро, конечно, разнесли противника нашего. Сундук захватчика. Так, 9 кристаллов. Ну что, друзья, территория нежити. Какой взять-то этот, наверное? Давай этот возьмем. Отряд тут у нас молотильщик, щитоносец. То, что нужно. Против этих зомбарей. Сейчас еще и молотильщика призовем. Но он сейчас опять же камикадзе этого вызовет. Это хорошо сейчас было. Пилон вовремя отправил. Сейчас бомбанет. Пройдоха несчастный. На тебе. Да что ты будешь делать? Ты посмотри, сколько он там наплодил этих зомбарей своих. Блин, стоит... Нифига себе. Это что такое, ребят? А что, если кто-то погибает в кислоте, он тоже становится зомби? Я что-то не понял. Автоматически причем. Как меня этот взрывной бесит, а? Вот смотри, он в кислоте погибает? Нет. А то там двое моих умерло на кислоте, и они хоп, стали этими зомбарями. Я и подумал, что неужели это так работает? Но нет. Обознатушки, как говорится, перепрятушки, да? Чё-то как-то мы тут долго. Где-то быстро, где-то долго. Тут когтистый. Блин, когтистый, вот как будем? Явился, не запылился. Вот и он уже вышел, зашибись. Эй! А, подожди, а почему у меня этот-то погиб? Что тут происходит, эй? Что-то, ребята, у меня не выходит, ни шиша. И по этой покисло... Ха-ха, чувак там испугался. Ну неужели, блин? Да куда ты? Блин, что же сделать-то? Я попробую друидку, ребята. 43 секунды, я не знаю. Нам надо как-то пробиваться, блин. 26 секунд, мы не успеем. Мы не успеем. Да обидно как-то, блин. Да, не успеваем. Чё-то я не ожидал, что здесь нежить. Фиг пробьешь. У меня не было другой возможности, ребят. Я бы и рад призвать пораньше друидку, но просто не получалось.
Ну давай возьмем этот отряд. Все равно выбор невелик. Так, Джиггернаут, да? Давай Джиггернаута отправим и сразу же баллисту. И пускай она издалека их уничтожает. Нафиг я выпустил твою налево. Еще когтисты, знаешь, чем вымораживает? Тем, что, ребята, тихо, тихо ты. Тем, что он, когда умирает, он свой череп бросает, и он взрывается, наносит урон. Вот это вот, конечно, бесело. Но есть. Против баллисты не попрешь, понятно. Третий этап. Здесь банши. Крикунья, которая оглушает наших бойцов. Ну, мы быстро пасть прикроем, да, я думаю, ребят. Начнем с Джеггера. Так, фехтовальщик, давай. Сейчас этот взорвется еще. Он найдет. Крикунья эта несчастная. Так, если наш Джаггер отхиливается, он, по-моему, встает, насколько я помню, да? Да, он чинится и в бой. И у нас получается два новых Джиггернаута. Ну, тут уже все, тут противнику бесполезно что-либо делать. Вызываем еще клетку. Коротко и ясно. Дали понять, что против нас лучше не выпендриваться. Блин, а что, всего две энергии осталось? Ох ты, там прыгун, кстати. У противника, ребята, появляется прыгун. Так что будем на стрёмчике. Вот он идет. Так, поджидаем его здесь. Так, ну не забываем, что он еще может вызвать. Вот. Сейчас прыганет. Ха, захотел чего. Ну что, будем ведьму вызывать, наверное. Да ёк-макарёк, опять он этого. Слушай, это повезло, что... Фух, Ронин, красавчик. Так, гасить этих надо, хмырёнышей всех, достали уже. Ведьма! Повезло-то как, а? Фух. Просто позло. Я думал, сейчас разорвет ведьму этот прыгун вражеский. Но нет, ничего у него не вышло. Так, жнец. Ну что же, жнец так жнец. Такой гигантский великан. Все, не перестаю удивляться, ребят. И внутри этого черепа чувачки костер зажгли. Так, банши. Да знаю я ее со своими криками этими. Мне главное не упустить этого, ребят, прыгуна. Нечаянно, а то он может побежать, как ты понимаешь. Вот он бежит. Мощь империи. Я получил, выполнил задание. Ау! Вот и все, ребят. Вот и нет жнеца.
квест. Все квесты выполнили, да? Кроме сделай... А, сделай подарок другу. Так. А, два подарка нужно, да? Или что? Вроде бы сделал, но мне не засчитали. Ну что, друзья, энергии больше, я так понимаю, у нас ни на одном отряде нету. Нету. Тогда я буду на сегодня закругляться. Сундук только заберем. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.